Всем привет, ребята, с вами снова я, Лисита, и я вернулась с долгого путешествия, вот, и я наконец-то вернулась домой, я очень много всего добыла, и сейчас я вам это продемонстрирую. Ну, короче, начинаем. Ой, дом, милый дом, сколько я уже бродила. Кстати, деревья уже выросли. Вот такая красота. Во, вообще. Офигеть, как тут все выросло. Так, как у вас тут дела? Кстати, у меня осел появился. Вот. Все, заходим, наконец-то, домой. Короче, нашла пещеру, и там были аксолотли, и я поймала двух аксолотлей. Вот, то есть ведро коричневого взрослого аксолотля и ведро коричневого детеныша аксолотля. Ну, короче, вот. И я их помещу в аквариум обязательно. И еще я добыла вот такую вот красоту, вот такие вот растения. Вот. Сейчас мне нужно все ресурсы сложить, и еще я должна более украсить наш домик. Так, я, кстати, еще проголодалась. Так, ну, зелеварка у нас есть. Ого, сколько у меня косточек, офигеть. Так, вот это вот сюда и вот так. Все отлично прямо. И еще я нашла азалию. И она защищает от зомби. Вы в курсе, то, что зомби не могут через нее перепрыгнуть. То есть они вот так просто вот стоят, а я могу их перепрыгнуть. Вот. Ну, сейчас не об этом. Короче, в прошлой серии был спойлер вам, то, что эта серия будет связана с курицами. Так, короче, я собираюсь для них нормальный домик сделать. Курятник нормальный, вот. Ну и сегодня мы сделаем курятник, логично. Вот, пока что я сложу все самое лишнее. Вот я не знаю, куда прицепить колокольчик, чтобы он был, наверное, вот сюда, если можно. Ну, мне очень удобно, если честно. Так, надо его перевесить как-то. Ну, только вот так он будет работать. И еще, короче, был опять рейд, уже где-то 5 раз. И я добыла очень много изумрудов, вот целый стак. Еще, ребята, самое главное, я сходила в шахту и нашла спаунеры 2 раза. И там были бирки. Б-И-Р-К. Бирка, вот. И, короче, один мой подписчик... Алина, подписчица, сказала назвать там овцу Джеб, вроде бы там такое было. А чтобы она, типа, радужная была, я обязательно это сделаю. Но чуть-чуть попозже. Вот. Сначала мне нужно вот разложить все вещички по местам. И, кстати, пора называть уже наших животных. Ой, куда я спать бегу? Вот это, короче, Пушок. Сын Мурсифоны. Вот она, Мурсифона. Сейчас я их назову как раз таки. Итак, короче, бирки готовы. Так, Пушок и вот Мурсифона. Пушок. Вот Пушок, все. Так, дальше Мурсифона. Вот она, Мурсифона. И еще, кстати, ночь наступила. Я обязательно назову овечку. Правда, если она у меня будет. Вот, и еще, ребята, я нашла пластинку. И еще я нашла алмазы, где они. Ну, короче, я нашла алмазы, и я могу сделать вот этот... чтобы музыка играла, проигрыватель. Короче, вот. Я нашла специально 2 алмазика. И мы с вами будем слушать вот эту пластинку. Это нам повезло, что я вообще... Мне повезло, что я ее нашла. Вот. И еще.
я сделала вот такие книжные полочки. И с них можно брать книжки. Вот, возьму вот такую вот. А, вот, о том бессмертия тут. Все, я, короче, делаю специальную штуку. Вот она, проигрыватель, да. А, нужно было один алмаз, серьезно? Ладно. Короче, без разницы. Мы с вами будем ее слушать. Давайте вот сюда вот ее поставим. Слушаем. Ну, ребята, скучноватая. Ну ладно, пусть играет на фоне. А, специально для вас. А еще что я нашла? Я нашла пузырек опыта в одной башне. И еще я нашла. Где же она? Вот. Козерог. Господи, Пушок, что с тобой? А еще я. У меня есть очень много седла. Вот, это прям плюс. Теперь у нас будет очень много лошадей. А, так. И, ребята, давайте вот сюда повесим вот такой цветочек. И тогда будут с него частички вылезать. Вот они. Знаете, как в душ какой. Так, все, нам пора спать. Уже ночь. А, я ложусь. Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Я проснулась, улыбнулась. Давайте поместим наших аксолотлей туда. Надеюсь, им там не будет тесно с этими рыбами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не уходи, рыба. Слушайте, ребят, это невозможно, реально. Ой, как я их туда помещу. И еще вот, не забываем про куриц. Не забываем про куриц. Так, они тут яиц нанесли уже. И никто не вылупился. Жалко. Их нужно, кстати, разводить. Хотел сказать развести. Да уж. Ладно, чтобы вы не мучились, вот. Ну, ребята, смотрите. Да уж, давай, лосось. Оп, все. Да уж, бедные рыбки. Ну ничего, зато место появилось в аквариуме, и аксолотль вроде рад. Ладно. Все, я шучу. А что, пластинка закончилась? Играть перестала. Вот, все. Пусть играет. На фон. Так, садись, что ты тут? Я пошла за песочком. Он вроде бы недалеко. О, кстати, лисичка. Давайте поймаем лисичку. Хотя она съест наших куриц. Ой-ой-ой-ой, там волк сзади. Тише, лисичка, тише, ты в безопасности. А чем? А вот ее можно ягодами приманить. Лисичка, иди сюда. Опа, все, попалась. Она попалась. Все, идем. Все, у нас теперь есть белая лисичка. А, можно ее назвать Ночка. Вот, Ночка. Так, курицам я тебя не поведу. Ну, вот здесь пока будешь. Мне все равно лично. А, вот. А, давайте назовем коня Юлия еще. Ну, реально, вроде прикольно. Бирка готова. А, так, надеюсь, я тут пройду. Дамы и господа, подвиньтесь, пожалуйста. Так. Ой, я чуть осла не назвала. Господи. Вот, все, смотрите, у нас теперь конь Юлий. Отлично. Дайте мне пройти, что вы такие толстенькие. Так, короче, дом для куриц. Так, слезай отсюда. Дом для куриц. Из чего можно сделать? Наверное, из терракоты можно сделать, в принципе. А интересно, они вылезают через цветущую азалию? Кажется, им нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Чебурек, может, не надо? Кошмар. Тут двери все это время были открыты.
Да уж, так, у меня еще, кстати, железо, вот, я ж в шахте была. Так. Бля, нормального нету. Ладно, ничего страшного, с кем не бывает. Сейчас я посмотрю, может, где-то уголь все-таки есть, найдется. Так, почему вот этот люк постоянно открывается? Ну, все, ребята, смотрите, мама и папа, хотел сказать. Мама и детеныш. Почему они вот так вот плавают? Они что, всю ночь на меня вот так зырить будут? Вы серьезно? Ладно. Короче, вот смотрите. Беру бирку. Называю ее по-английски джеб. И нижнее подчеркивание. Вот, вот так. И, короче, нам еще надо найти с вами овцу. Только я не знаю, как, где ее найти. Так, ребята, момент истинный. Да! Ребята, у нас получилось! Так, нужно для нее срочно сделать калитку, пока ее волки не съели. Боже мой, вы посмотрите, какая красота! Все, это овца Джеб. Теперь Джеби. Давайте ее Джеби назовем. Боже, какая она красивая, ребята! А! Сейчас, я пока что курицам ее помещу, потому что, ну, больше некуда. Так, курочки, ко-ко-ко-ко-ко-ко. Итак, ребята, на этом миссия выполнена. Я сегодня сделала, ну, я поместила в аквариум аксолотлей. Сейчас я к ним подойду. Еще, я, кстати, поменяла скин, кто заметил? Вот, самый внимательный. Еще я сегодня сделала домик для кур. Я, короче, взяла с собой лисичку, новый член семьи будет, и я перекрасила овечку Джеби. Вот. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Вот, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, ставьте лайк. Вот, все, всем пока.